Так и не перешла дорогу. Сегодня утром на перекрестке улиц Краснознаменной и Комсомольской под колеса корейского внедорожника угодил пешеход. Авария произошла под окнами нашей телекомпании. 10 час утра. Перекресток оборудован светофором и зеброй. Поток машин и пешеходов спешит по своим делам. В этом потоке с Краснознаменной налево на улицу Комсомольскую поворачивает Kia Sportage. Тем временем в попутном направлении по Краснознаменной на зеленый свет сигнала светофора переходит перекресток девушка. Пешеход и водитель друг друга не заметили. Видно, что на перекрестке девушка переходит. Я мимо проезжал, что помощи отказывается. Она по пешеходам сошла. Это кадры из окна редакции. Пострадавшая с кровоточащей раной головы села прямо посреди проезжей части. Оказать первую помощь нашлось немало желающих, в том числе и водителя, сбившего внедорожника. В это время мимо ехали профессиональные медики, они тоже оказались неравнодушными. Девушка жить будет, травмы головы и левого бедра. Тем не менее, без кареты скорой помощи не обошлось, пострадавшую увозят. Пешеход Сарсенова Мария Байзанова. Предварительно пирогов увезут. Машину скорой пострадавшую провожает и водитель сбившего внедорожника. Девушка растеряна и неразговорчива. Как получилось? Ну, не волнуйся. А вот с инспекторами ГАИ девушка-водитель оказалась более общительной. Подойдя вместе с ними к перекрестку, она постаралась объяснить, как все произошло. С какой скоростью двигались? Где-то километров 40. 40 в поворот? Ну а как? Медленно, потому что мне надо было объезжать, естественно. Пешеход же у вас в зоне видимости, у вас автомобиль высокий. Нет, я понимаю, что он в зоне видимости, естественно. Я от вас знаю эту машину, так как я начала ее обещать, понимаете? Я не говорю то, что я не виновата или что-то. Просто... На пересечении улиц Комсомольская и Краснознаменная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Kia и пешехода. В данный момент по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, в ходе которой будет установлена степень виновности каждого из участников дорожного движения. Пострадавшего пешехода после оказания медицинской помощи уже отпустили лечиться домой. Александр Криволапов, Олег Штейлер, ОРЕН-ТВ. Стоит отметить, что сегодня в разных частях области произошло довольно много аварий, в том числе и с участием общественного транспорта. О некоторых расскажем чуть позже в криминальной рубрике «Ориентировка».